Всем добрый день, друзья! Мы находимся в питомнике рассады. Вот походите, посмотрите цветы. Здесь, на Тырвитес улице, рядышком с нами. На Тырвитес 103. В Елгаве, друзья, да, в Елгаве. Вот, полетаю маленечко, вам покажу, сколько у них цветов здесь. Вот, Наташ, фуксии. Вон дальше, беги, посмотри. Ты вот про эти говорила? Вот они. Ага. Ну, пока они цветут, не выставляют. А это вот маленькие петунии. Да, мелкие. Мелкие, ну да, меленькие. Ну, я их маленькие зову. А вот фуксии. Вот уже какие бутоны. Бутончики уже, посмотрите, какие красивые. Тепло, сегодня понедельник, 15 мая. Даже жарко. Сейчас, особенно в парник зашли мы с Наташей. Наташа, а ты здоровалась? Здравствуйте. 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 А я тут летаю с этими... С красотой. С красотой этой, да. Вон тут у них какая красота. О, пошли опять петунии, ну всяких разных цветов. Посмотрите, всякие композиции. Вот похожие, которые как ты на выставке видал, красные, вот такие, нет? Вот с первой стороны. А, вот эти? Ну да. А, там белые. Но я сейчас хочу большие. Так и ты тоже что, ты не хочешь? Вон там у них елочки, смотрите. Ой, какая красота. Ну что, ныряем. Вот здесь я ныряю. Пойдем здесь. И вот по этой стороне пройдем. Я выключаться не буду. Полетайте, друзья. Посмотрите, какая красота. Аппетит вот такие. Да, Наташа говорит, аппетит мы вам нагоняем. Но почему бы и нет, друзья. Один раз на свете живем. Вот и сейчас вот здесь. И посмотрите, какие вот здесь красивые. Ну, они маленькие, я хочу большие, точно. Ну, нам на террасу, я имею в виду, Наташи. Она все на маленькие смотрит. У нас маленькие мы уже купили. Мы сейчас больших будем покупать. Ну, петуни. Такие свисающие. Хотим большие. Потому что терраса большая, высокая. И эти маленькие, они будут висеть и как бы теряться. А тут этой пиралгонии сколько у них. Ой, тут у них на все лето до осени. Вот так вот, друзья, сейчас пойдем в другой парник. Вот теперь, где пиралгония, посмотрите, разных цветов. Ой, какие красоты. Я против солнышка иду. Ну ничего, я надеюсь, вам видно. Сейчас повернусь с той стороны. Вот так вот повыше. Герань, пиралгония. Ну они, по-моему, считаются как свисающие. Или еще как-то они называются, друзья. Вот так вот. А вот как раз вот здесь почти одинаковые. Вот такие. Я этот ряд там дальше не пойду. Вам видно. Посмотрите, пожалуйста, какие. Так, теперь здесь пройду я. А, тут у них... Вот тут натоплено. Жарко еще, посмотри. Наташа уже каких-то цветочков. А как они называются, тоже... Я лично не помню эти названия. Так, ну-ка, так-ка. Сейчас пойдем в другой парник. А я там пройду. Разве здесь переходит? Ну-ка покажи. Ну пройди, нормально? Вон там какие. Все, пойдем. Вот в большой, вот здесь сейчас. Вот, пройдем. Улыбнемся. Не, я не буду себя. Вот, друзья, смотрите. Петуни какие большие. Но это уже композиции. Там и
из трех композиция цветов. Сейчас я подойду поближе. Вот, вот эти большие мы и будем брать. Вот какие красоты. Так, это вот так вот я полетаю вам. Поближе покажу. Этот ряд я вам поближе покажу. Вот так вот снизу, посмотрите какие. Так, это вот большие, вот тут чуть поменьше, вот тут маленькие, а там средние, посмотрите, там тоже поменьше. Вот зелень такая. Как я говорю, как обычно, море цветов, да, Наташа? Заходишь сюда и уже не хочется выходить. И снизу море, и сверху море, океан. О, нет, наверху море, а внизу океан. Вот это красота. Я как сюда захожу, не договорил, все, уже не хочется выходить. Единственное, что жарко стало здесь. Да, да. Вот теперь пообъемнее вот так вот пройдусь я здесь. Поставил на отдаление, чтобы вам больше захватить, друзья. Не забывайте, ставьте лайки, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Напишите комментарий, что вы думаете про вот эти вот теплицы и вот эти вот цветы. Повторяю, это на Тервите 103. Вот здесь вот на нашей улице, в Елгаве. Вот где бывший 9-й магазин был. Сейчас топ-магазин. Вот здесь на повороте как раз сразу первый дом. Вернее, после поворота он второй дом считается. Да, второй дом. Это как с города вы едете. Ох. Вот пройдусь до конца. Всякие, всякие, друзья. О, выбирай себе там что-нибудь. Поменяй, да, 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 да. Это Наташа уже будет композиции делать, да. А я хочу готовые, он тебе большущие. Сейчас же возьмем, да, 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 да. Наташа боится, что обещают опять похолодание. Вот именно на этой неделе. Вот завтра дожди пойдут. Пару-тройку дней, наверное, точно будут дожди. Ну и как бы даже грозились, он слышали, что и местами по Латвии заморозки будут небольшие. О, на лето, смотрите, сколько будет. На все лето. Погуляйте, погуляйте с нами. Вот такую красоту я сейчас буду прореживать. Соберу у них половину здесь. С Наташей заберем. Наташа себе маленькие берет, а я себе большие. Ой. Да, работы им хватает, конечно. Работы у них море. Молодцы. Я говорю, они всю жизнь этим занимаются. Просто молодцы. Я вот здесь пройдусь. Вот эти красные покажу вам. Вот так сейчас развернусь сначала. А ты вот эту зелень будешь брать? А, ты уже взяла, да? Ну, как она называется, эта травка или как? Да, декоративная. Ага. Я вот здесь пройду сейчас еще. О, полетаю. Таша, а как эти называются? Я забываю. Бархатцы.
Вот это бархатцы, да? Ой, какая. Запах такой. Ой, от них. Они еще полили только сейчас. Вот хозяин полил. Да, петуний у них много, очень много. Но это бархатцы. Пишите в комментариях, правильно мы говорим, называем. Мы без хозяйки, мы решили сами. Ой, эти голубенькие, покажу я вам. А вот эти я точно не помню. Лебелия, да? Лебелия? Это было, да, лебелия. На белое... Ну, поправляйте нас, друзья, если что. А вот те вот, вот эти вот ряд у них, вон там, крайний ряд. Бегонии. Это бегонии, да? Я говорю, сколько видео снимаю, я никак не могу запомнить. Ну, столько цветов, да. Иногда даже вот там, когда снимал я, друзья, сразу признаемся, я записывал на листке, потому что, ну, вот где вот у нас висели, мы, да, просто забываем столько сортов. На листочке записывали. Ой, здесь возле дверей стою хорошо. Немножко хоть ветерок. А вот эти вот бумажки, друзья, это висят специально от всяких мошек, которые, ну, от вредителей всех. Они вот липнут, видите, все. Как раньше мух ловили. Да, ну, как, да, как мух ловили. Это специально такие санитарные бумажки. Вот везде. Я помню, в прошлом году спрашивали зрители. Это специально для, ну, от мух, от мошек, мух. Друзья, вот здесь у них еще торф продается. Пожалуйста, приезжайте, покупайте. 60 литров, 6,20. Вот, да, вот здесь я, да, тут. Ну, Ева, добавлять, наверное, не будешь ничего такого, да? Ну, ладно. Это я у хозяйки спрашивал. В общем, вот, пожалуйста, смотрите, вот 125-литровый, 10 евро, да? Да. Курсы 13,55. 40-литровый 5,50, 60-литровый 6,20. Вот такие вот мешки, друзья. Это все для цветов. Вот здесь, именно здесь мы. Все, мы идем туда. Да, вот здесь, друзья, вот здесь мы как раз. Вот улица Территес, вон она пошла туда на Светы, а туда в город. Вон там он топ магазин. Вон там он, ну, бывший 9-й магазин. Вот здесь торф. Можете покупать сразу здесь. Вот. Вот здесь мы не снимали, да, еще здесь. Я хочу вот так зайти посмотреть. Вот отсюда посмотрите, какие красоты открываются. Ну, народ идет. Народ идет, народу очень много. Ну и выбора много. Угу. О, как тут душно уже становится, да. Ну, ценники немножко видно. Вот смотрите, вот 3 евро цветочек. Вот здесь 3 евро. Вот эти 2,50. Да. Наташа будет покупать их. Вон тех возьмем. Да? Угу. Так, давай-ка мы с тобой. Не, я немножко вот так вот и пойду. Вот эти ромашки будем. Так, может, давай я достану сразу? Сколько ты будешь брать?
А, ну ты уже сама пришла. Вон. Этот уже... Сейчас посмотрим, да, вон как раз на улицу видно вам. А, видите, лисий хвостик висит. Вон он. Лисий хвостик. Да, 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 да. Вот этот лисий хвостик. Ну, кто нас смотрит постоянно, те помнят, что у нас в прошлом году лисий хвост большой был, висел. Это, кстати, нам Андрей подарил. Маме на день матери. Вот идем уже вторым рейсом, уже, ну как, вторая ходка у нас. Мы погрузили, и еще нам надо одну петунью, потому что большая петунья. Мы думали, по две возьмем в руки. Не, никак не получается. Ну, видишь, еще в ней вот эти маленький ящик был. Ну, вот сейчас еще в одну выберем. Ну, вот мы в этом ряду брали. Ну, да. Мы... А, эти? Ну, да, можем и здесь. Вот сейчас повыбираем. Вот издалека вроде видно. А ближе подходишь, все, уже не видно, какой мы хотели. Нет, там так, белый. Там больше белого. Да, мы там уже. Сейчас мы в этом ряду. Да, давай, иди, Наташ. В принципе, у них везде сделано 3 цветка. 3 цветка. Белый, они разрастутся, белый, да. Белый. Они начнут свисать. Даже не знаю, какой. Какой попышнее или как там. Так, 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 так. Ну, с этой стороны вроде этот смотрится. Попробуй вот... Вот этот? Да. Ладно, сейчас отключаемся. Я помогу ей. Да, я помогу ей, потому что там капельница стоит. Надо капельницу выдергивать немножко. Ну, вытаскивать. Я так вижу, а ты сбоку так. Да, да, да. Все. Забрали. Вон Наташа несет. Они не такие тяжелые, как они очень большие. Это большие петуньи и в больших горшках. Все, выходим. Потом увидите, как мы... У нас на террасе они будут. Во, мы нагрузили полную машину. Вот тут Наташа помельче еще взяла каких-то цветочков. Следующим рейсом приедем, еще ромашек купим. Вот, пожалуйста. Если что, телефоны кому? Я поближе подойду даже. Торф, напомню, опять. А? Про торф, да, друзья, про торф. Очень удобная штука. Не забывайте вот то, что я вам показывал, торф. Они продают торф еще. Если кому надо. Вот этот домик вы никак не проедете. Он рядышком. Здесь у них стоянка большая. Места много. Вот здесь стоянка. Вот здесь стоянка. Здесь не стоянка, здесь уже... Площадка для цветов. Все, едем мы домой на террасу.